Merhabalar takipçilerim, nasılsınız? İyi misiniz? My dear, hello, how are you? Мои дорогие, всем привет! Сегодня какой-то день тяжелый. Чок ары калпмеси. Печаль ее, квала. Делаю компот. Компост я беру. Шуан. Burada kuru üzüm var, hem de şunun da beraber. Çünkü делаю компот, нарежу. Я не знаю, как это называется, ни на каком языке, если честно. Что это такое, это без понятия. Главное, чтобы вкус его был. А у него есть такой вкус, неплохой для компота. Потом я это все процеживаю. В общем, и уже можно его пить. Люблю вот такой компот. Конечно, можно было бы еще что-нибудь добавить, но у меня то, что есть. Но из узюма мне нравится компот больше. Поставила сюда уже узюм. Видно, наверное, да? Не очень. Поставила узюм. Сейчас туда закинем вот это вот, я не знаю, ну как это, айва, да? Айва, наверное. Айва, мы будем, а да не иди я, аркадашлар. Просто дома, ну как сосед, занесла вот это вот, я не знаю, что с ним можно делать. Я знаю, что у узбеков вроде бы на плов его добавляют даже. Вроде бы. Это тоже я по детству как-то, мне кажется, вот осталось у меня правильное. Или неправильно, точно не помню даже. Вот. Вроде его на плов добавляют, а они. Насколько я знаю, да? Есть у меня там девочки узбечки, скажите, пожалуйста. Я просто не умею такой даже плов-то делать, поэтому мне кажется, вот добавляют. Как-то я или видела по детству, или слышала, не помню даже. Что-то где-то, раз осталось у меня это, значит, что-то было связанное с этим. Вот. В общем, делаю. Потом добавлю маленькую сахарочку. И все. Теперь, что я хочу вам показать. Как я готовлю коллаген. Так, баночку коллагена положила, если честно, Юла. Так, пчелорам коллагена черным, да? Бэ-бэ. Это у меня так начинается утро. Каждое утро. Начало моего каждого утра, да? Так. Воды. Так, чёрным коллаген, чёрным гербин сабахта. Вчера были гости. Сегодня тяжелое, как будто, знаете, пару тонн на мне. Я не знаю почему, это что это такое. Так, это у меня коллаген. Как я делаю? После коллагена через полчаса я принимаю эзме, юлав эзмесы. Я принимаю вот отруби. Овсяные, да, отруби. Вот так вот делаю, сыплю в тарелочку, смотрю, вдруг там, ну, что-нибудь есть не то, да? Ну, не знаю, камешки, мамешки, мало ли что бывает, мусор какой-нибудь, не знаю даже. И вот у меня вот так вот посмотрю, бакьёрум и чедепщи варма де, бюлья пьёрум, не знаю, бюэнамьёрум, да. Эзме, юаф эзмесы.
Вот сыплю на тарелочку, чтобы мне было видно, что там есть, мусорочек какой-нибудь или еще что-то. Две ложки. Это у меня процедура каждого утра. Две ложки вот так вот сюда добавляю. Потом добавляю чайную ложку кетен тухуму, бикашек koyuyorum. Fayda bir şey yani. İyi temizliyor. Bağırsaklarını falan. İyi добавляю kefirçik. Kefir koyuyorum. Ну так, чтобы была густая каша, в общем. И все это перемешиваю. Это масло у меня льняного семя пищевой. И кефир. Вот такая каша получается. Постоит она вот так у меня где-то полчаса. Повлюбляются друг в друга. Потом я его ем. Вот. Также выпиваю свой коллаген. Через полчаса, yarım saat sonra bunu yiyorum. Böyle benim sabahım başlıyor. Günüm. Ну ладно, увидимся на меловом, дорогие. Так начинается мой день. Привет, мои дорогие, как у вас дела? Хочу поесть чураева. Вот прям очень хочу. Так, пчелар мирабалар. Майдер, hello, how are you? Давайте покушаем чураева. Чураева. Вкусный мел. Мне очень понравился. Такой вкусный. Его прям хочется смаковать, кушать. Юмшак. А ты так взял. Более. Я мекстером отделяет мадам. Чем-то тады. Такой приятный.
Надо было 5 килограмм заказать. Всего лишь. Все вкусно. Структура супер. Плотность 3 дня. Извините, откашлялась. Когда кушаешь, у него он не сильно сухой. Очень мало есть жирность. Прям вот хочется почавкать. Где-то присутствует топленость. Немного жирненькие. Брать яглы.
Он хрустит практически так, очень мало. Глухой хруст. Ага. Он такой большой, вообще ужас. У кадр бюкки. Аллах, Аллах. А. Мухтаща. Аленка. Какое-то вкрапление. Странно. Да. Девчонки, было вкусно. Чураева очень вкусная, блин. Ой, этот мел. Вот прям, не знаю, такой вкус у него. Там совмещается несколько вкусов, как будто бы вот прям все вот так. Очень вкусный. А вот Чураева я проглотила 90%. А вот. Кого интересует, глотаю я или нет, да. Вот. А Аленка, ну, видели там вкрапление, да? Он такой, он для меня реально жесткий. Вот твердый, да, очень твердый, честно. А вот. Так, пчелорам. Аленка, серт, тебе шир. Банагюра, серт, яны. Чураева, тогда мог ты сям бить тебе шир. Чок севдем. Хэмдэ сон. Башка йок. Keşke 2-3 kilo verseydim sipariş. Şimdi böyle savaş olurken bilmem ne zaman gelir yeni siparişle. Было вкусно. Девчонки, вот видео, это получается предыдущее видео, где я повторно загрузила магазин золота. Честно скажу, ни к чему было пришить. То есть я не сняла видео, не стала выкладывать просто поедание. И поэтому в этом видео три отрывка, три кусочка, да, таких вот. Первое, второе – это повтор. Третье видео – мокрый. Это новое видео, чтобы вы знали. Вот. Надо же к чему-то пришивать, сами знаете. А так было вкусно, так стало хорошо. Вы знаете, я вчера не ела. Да, вчера не ела. Это было у меня снято позавчера. И в
Вчера не ела. Я вчера была вообще, вы не представляете, у меня был шок. В общем, я заглядываю там в этот в AdSense, вы знаете, да? Вот, дохода нету. По нулям, вы представляете? Я была в шоке. Я думаю, боже мой, каждый день работаешь, работаешь, грызешь, понимаешь ли тут. А, ну, все равно, да, это очень неприятно. И, конечно же, из-за этих глобальных проблем, вот. Я думаю, наверное, они добрались и сюда, отключили это все дело. Но нет, к вечеру все нормализовалось. Угу. Слава богу, было нормально к вечеру. Я потому что периодически заглядывала в AdSense, и там просто было по нулям прям до вечера. И вы представляете, какое у меня настроение было, да? Я такая думаю, ну как так? Думаю, ну ладно, буду раскручивать второй канал. А, вот. Он же у меня на дочу. И такая, вчера уже загрузила туда какое-то видео, думаю, то, что есть. Настроение-то ноль, вообще снимаю. Я вчера еще ходила, вот, ну, выходила, то есть, и хотела снять там тоже магазины несколько. У меня не было настроения, я ничего не могла делать. Вы не представляете. Хотела пойти попить кофеечку, посидеть, подумать, по телефону там пообщаться со знакомыми. Тоже не было настроения. Я просто собралась, как бы все дела сделала, сходила в салон, сделала свои делишки. И такая, думаю, погулять нет, думаю, домой поеду. И поехала домой. Приехала домой, настроения нету. У меня там лагманчик был. Я его даже и не поела. Представляете, я даже лагман Маша не поела. Но это же вообще сенсация. И такая, думаю, не буду, ничего не хочу. И я вчера просто кофеечек попила, там симит вроде немножко поела, половину. Думаю, все. И так я не поела вчера. И не поевши, в принципе, я и уснула. И ничего, нормально, даже у меня не было такое. И я уже легла вот спать, это было почти 12 час. Я такая заглядываю, думаю, ну загляну. Уже забыла про него даже. Уже планы строю, вообще там, в общем, другая работа, туда-сюда. Ну, это тоже, думаю, ну это уже, думаю, не знаю, когда это возобновлю. В общем-то, такая, потом думаю, нет, на том канале. Потом вспомнила, что у меня тот канал-то есть. Думаю, ну там поработаю. Но все равно, да, не очень приятно. Такая заглянула в AdSense. Нормализовалась, думаю, ну надо же, там, как свет в окне, вот, слышала, что в России как бы нет выплат, вот, как-то какие-то новости слышала, не знаю, правда это или нет, потому что достоверной информации у меня нет, я это так услышала от других, вот, поэтому даже не очень в курсе, что там творится с этим делом, вот. Сейчас скажете, ты что новости не смотришь? Честно, не смотрю, девочки. Вот честно. Смотрю редко. Смотрю только, что там творится вот там. И когда это все остановится, были ли какие-то встречи туда-сюда. Вот только эту часть посмотрю. И все. И потом сразу выключаю, говорю, нет, это мне это... Думаю, лучше помолиться. Вот. Особо как бы сейчас новости не стала смотреть. А вчера тем более настроения нету, ничего не хочу. А еще вчера был мой любимый фильм. Так я думаю, посмотрю фильм. Я смотрю этот фильм «Джамдаки Кыс» называется. Я не знаю по-русски как будет. «Стеклянная девушка», да? Или как «Девушка за стеклом». Что-то такое, наверное, да? Вот. Я смотрю этот фильм, он мне так нравится. И вот вчера присела и посмотрела. Что-то я опять заболталась с вами. Ну ладно, девчонки. Спасибо вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. В общем, так Маша смотрела фильм, в общем, вчера. Вот, без настроения была, поэтому думаю. А? Вот. И вы не представляете, я же вот кушаю вот этот вот овес. Овес, да? Да. И аппетит сбивает очень хорошо.
Очень. Я вот в шоке почему-то. У меня даже там есть тортик. Тот, помните, ягодный такой тортик у меня был. А вот вчера купила его. А, я же вчера не кушала, поела торт. Вот. Блюдо я не ела, никакую еду, а поела торт. А, вот. И полторта Маша как съела. Ну, он небольшой, девчонки, такой средний. Ну, понимаете, да? И полторта съела, и половина вот там есть у меня. И что вы думаете, поела эту смесь-то? Не хочу. Так посмотрела в холодильник. Не тянет. Не тянет. Вот. Ну, как-то так. Ну, ладно. Приезжайте к нам в гости. Весна началась, да, скоро купание, море, пляж, туды-сюды. Вот, у вас там закрыто, да, сейчас, к россиянам говорю. Вот, как откроется, приезжайте. Будем рады вашему приезду. Вот, в этом году будет сезон туристический, не будет, прям все так под вопросом, даже не знаю. А, кстати, Турция же открыта, да? Вот, так что давайте приезжайте, собирайтесь. А вообще в феврале цены-то вообще дешевые. А хотя в феврале уже купаются, вы знаете, в Анталии. Да. В Стамбуле это невозможно, и вообще в других городах тоже. А в Анталии купаются. Видео как-то видела, выложили. Я была в шоке, думаю, надо же. Уже купаются, вот. Так что как-то так. Ну, давайте, пока-пока. Увидимся в следующем видео. Предыдущее видео, смотрите, я там написала повтор, но самое последнее видео, это новое видео, это не повтор. Вот, так что посмотрите это видео. Мокрый, кто любит мокрый мел, там мел мокрый. Так, пчелорам, пёрам, северам, чок тэши кредирам. Önceki видеом, бен, он и сөйледим, önceki видеом, да, текрар алтын дюкянны койдым, шей яп, юкледим, чунки башка видео чекемедим, малесеп. Дюн чок үзүнтүйдүм, үзгүндүм. Моралим чок бозыкты, яны. Ютуб бираз бозды, да, о юздан. Орда шей, эн сон видеом, ены видео, излея билерсыңыз, слак тебешердия, о ены видеом, яны. Тешекерлер, өпьорум, севьорум, абоне олум. Yorumda yazabilirsiniz. Okuyorum. Seviyorum. Bye bye. My dear, thank you. I love you. Bye bye. До свидания, мои дорогие.